Покоившееся тело начинает двигаться прямолинейно равноускоренно с ускорением 0,2 метра в секунду в квадрате. Какую скорость будет иметь тело через 10 секунд? Для начала запишем дано. Начальная скорость равна нулю, так как тело у нас покоилось. Ускорение А равняется 0,2 метра на секунду в квадрате. Время Т равно 10 секунд. Найти конечную скорость. В конечная неизвестна. Сделаем схематический рисунок. Напишем формулу скорости. В конечная равняется начальная скорость плюс АТ. Эту формулу можно знать. Тогда в нашем случае В конечная равняется АТ, так как начальная скорость В0 равна нулю. Подставим сюда наши значения и найдем результат. Посчитав, получаем 2 метра в секунду. Запишем ответ. Конечная скорость равна 2 метра в секунду. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.